принимал участие азербайджанец Риат Агай, воюющий в составе вооруженных сил Украины. На видео, которое эксклюзивно транслирует канал 13, украинские военные штурмуют позиции оккупантов, а затем проводят операции по зачистке. Справа борт. Да, работает. Да, привет. Что ты? Пусть забыл это. Низом. Не пересекайте сектора, бля. Ну, блядь, ебашь. Нет, еще не заходили, не доходили. Через окно можно слышать чихли. Вот.
Не? Слева на сколько от тебя вот есть 12, ты смотришь? Где-то 11.